День российского флага в 27-й раз отметили по всей стране. Празднование прошло и в городском округе Люберцы. Подробности в следующем сюжете. Это родина моя. 22 августа – день, посвященный государственному флагу России. В этом году сегодняшний триколор отмечает свой юбилей. Ровно 30 лет наша страна под бело-сине-красным знаменем. А что же означают цвета российского триколора? Белый – чистота и совершенство. Синий – верность и преданность. Красный – сила и энергия. Государственный флаг – символ единства страны. Официально праздновать этот день стали 27 лет назад. В этом году главный праздник в Люберцах прошел в Наташинском парке. Здесь собрались жители и гости округа. Дорогие друзья, я сегодня хотел бы вас всех поздравить с нашим большим всероссийским праздником «День флага России». Пожелать всем здоровья, благополучия, добра и, самое главное, всем нам мира. Потому что при наличии мира нам все вопросы по плечу. Дорогие друзья, последние деньки лета, флаг, конечно, это символ государства. Я уверен, что, как и всегда, в нашем дорогом Наташинском парке и оргуправление, и комитет по культуре приготовил прекрасную программу. Поэтому хорошего отдыха, хорошего настроения. С праздником всех! Хорошим настроением заряжали вокальные коллективы и ансамбль юных гимнасток. Для детей прошли творческие мастер-классы по изготовлению российского триколора. Гостям праздника вручили угощения. Хороший праздник, почаще такие надо проводить, и мне нравится, что здесь много и с детьми людей. Да, и, единение. Да, единение разных поколений, очень приятно, очень хорошо. И вас с праздником. Очень нравится. Я здесь первый раз, и мне очень понравилось. Да. Смелые трюки показали люберецкие вейкбордисты. С российским флагом в руках они пронеслись над гладью Наташинских прудов. А на берегу в честь праздника организовали выставку детской художественной школы. Тематика, исключительно относящаяся к России, к Российской Федерации, к патриотизму, к родной природе, к родной архитектуре. Для меня все подобные праздники очень значимы, как День флага, День России, несомненно, 9 мая. Для меня, как для человека, как для гражданина своей страны, они крайне важны. С песнями и танцами праздник отметили и на других площадках – в Малаховке, Октябрьском, Красково. Каждый житель округа смог почувствовать атмосферу патриотизма и единства. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.